Ходить было нельзя, потому что окна были очень старые, и при порывах ветра учителя опасались, что просто вывалится окно и упадет на ребенка. Теперь светлые новые окна, из которых не дует, новые батареи, новые полы, новый потолок. Здесь сделали ремонт. Ремонт этот сделали очень примечательным образом. Основной частью ремонта сельской школы был председатель расположенного колхоза Кировский Александр Сергеевич Болотин. Немного еще добавил в местный бюджет, и результат получился вот такое вот обновленное здание. В кабинетах теперь новые двери. Поменяли мебель в начальный класс, а скоро появится теплый туалет внутри здания. В таком же состоянии была площадка перед главным входом школы и линейки. На 1 сентября выпускные проходили вот на этих камнях. Торжественную линейку, просвещенную Дню знаний, провели в этом году вот здесь. Говорят, школьный вальс стал танцевать значительно удобнее. Thank you.